смотрите, участвуйте и наслаждайтесь Божьим присутствием. Входите в Его присутствие через поклонение, через хвалу. О, аллилуйя, пусть Божьи елеи, Божьи веночки. Thank you.
Господь слава, Господь слава. Когда
поклоняешься на языках, послушай. Твое поклонение на языках. Ты не только Богу тайны говоришь духом. И ты говоришь те слова, которые ты никогда не скажешь на латышском или на русском. Но очищается атмосфера вокруг твоей жизни. Демоны, они блокируются, бесы не имеют доступа. Когда ты начинаешь молиться на языках и петь на языках, это удивительно. Этот инструмент Бог дал нам. Именно поэтому религиозный дух против молитвы на языках всегда. Потому что в этом есть сила. Когда ты начинаешь молиться на языках, на иных языках, их нельзя выучить. Нет словаря такого. Но это сверхъестественно. О, это исходит из твоих уст через сердце. Это молитва Духом Святым. Это молитва Духом Святым. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Заведись для Господа. Перестань быть русским латышом, стань христианином. Заведись для Господа. Заведись для Господа. Заведись для Господа. Заведись для Господа. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. О, когда ты молишься, послушай. Аллилуйя. Когда ты молишься, ты заряжаешь атмосферу вокруг. Когда ты тот открываешь уста, ты заряжаешь атмосферу вокруг. Заряжаешь Божьей славы. Ты просто начинаешь молиться на языках, на иных языках. На иных языках. И ты заряжаешь атмосферу вокруг. Бесы и демоны не могут находиться в этой атмосфере, когда ты начинаешь молиться, когда ты начинаешь поклоняться. Аллилуйя, аллилуйя. Вот почему враг против, всегда против. Он против того, чтобы ты молился на иных языках. Но когда ты молишься на языках, засуха заканчивается. И атмосфера, она заряжается. Чем она заряжается? Она заряжается помазанием Господа. О, я просто чувствую. Я не знаю, как, где, но здесь я чувствую. Аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Атмосфера. Заряжу свидетельство. О том, что приходя в этот зал, люди чувствуют Божье присутствие. Люди переживают Божье присутствие. И входят в облако славы. И это происходит из-за того, что Иисус обещал быть там, где мы собраны во имя Его. И есть вещи, которые усиливают Божье присутствие. И меняют атмосферу. Это наши молитвы и поклонение Господу. Когда ты с ожиданием приходишь, будут происходить чудеса. Ожидание – это атмосфера для Божьих чудес. Послушайте, не Бог, но люди делают атмосферу. Не Бог, но люди делают атмосферу. Либо твоя вера, либо твое неверие. Либо твоя жажда, либо твоя пресыщенность. Ты просто поднимаешь руки к Нему. Начинаешь танцевать в Его присутствии. Или петь Господу. Прославление начинается. И атмосфера меняется. Если ты устал, если ты высушен религиозным духом, Господь говорит, приходи ко мне. Я заряжу тебя. Аллилуйя. Я помажу тебя. Аллилуйя. Аллилуйя. О, аллилуйя. Я. О, мама мия. Как все зависит от молитвы, друзья. Как все зависит от твоей молитвы.
изменения. Там все зависит. Когда ты начинаешь просто поклоняться. Аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя. Другой человек мне пишет, говорит, да вы себя заводите вот этими молитвами. Ну, точно. Не только себя, но и других. Потому что Слово Божие говорит, возгревай огонь. Аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя. Ну вот. И кто-то пишет большими буквами в конспекте. Так. Пастор Николай Шланг. Цель этой встречи. Цель этой встречи поговорить о предстоящей библейской школе у нас в церкви. И эта школа, она стартует 18 октября, так же, как в прошлом году, по четвергам. Только мы будем начинать в 18:30 в этом году. И Скотт и Эрик, они будут преподавать. И вот эта цель была, почему мы должны были встретиться. Какая атмосфера зашла? Если ты когда-нибудь видел служение Манихина, вот такое помазание приходит. Это не была церковь, это был дабл кофе. Атмосфера меняется. Когда мы начинаем говорить о правильных вещах, атмосфера меняется. И то помазание, которое на тебе, оно начинает высвобождаться. И когда мы разговаривали, я вдруг почувствовал, и не только я почувствовал, как атмосфера меняется, мы начинаем плакать, в Божьем присутствии и атмосфера совершенно другая. Вокруг разные люди с разными проблемами. А мы в облаке Божьей славы. Мы можем, друзья, мы не можем изменить атмосферу во всем мире. Как бы ты ни старался. Но ты можешь изменить атмосферу вокруг себя. И в себе. Через хвалу и поклонение мы можем менять атмосферу. Может быть, у тебя нет хорошего голоса. Но ты можешь своим поклонением коснуться его сердца. Поэтому хвали и благодари Господа всегда. Благодари Его всегда. И твоя благодарность будет, твоя благодарность Богу, она будет менять атмосферу. Приходи в церковь. И отрывайся на полную катушку. Приходи в Дом Божий. И отрывайся на полную катушку. Потому что это то место, где потоки славы
Они сходят на тех, кто поклоняется. На тех, кто поклоняется. О, аллилуйя. Отец ищет поклонников, которые поклонялись бы Ему в Духе истины. Аллилуйя. Послушайте. Молитву на языках дьявол совершенно не понимает. Он хорошо понимает молитву твою на родном языке, но он совершенно не понимает твою молитву на иных языках. Потому что в Библии написано, мы тайны Богу говорим духом. Вот почему дух религии воюет с молитвой на языках. Он говорит, это не от Бога, это не от Бога. Знаете почему? Потому что враг не понимает. Когда твой дух начинает молиться, и мы тайны Богу говорим духом, враг не понимает этих молитв. Здесь не нужно истолкование. Истолкование нужно тогда, когда у тебя дар разных языков. И когда информация идет от Бога к человеку, или к собранию, или в твою жизнь. Но когда ты молишься на иных языках, информация идет из твоего сердца Господу. И никому никакого дела нет, о чем я говорю с Богом. Но что-то происходит. Твой дух, он начинает молиться. Сора нас идет. Если ты молишься на языках, в тебе живет суперресурс. Суперресурс от Бога. Просто его нужно начинать использовать на полную катушку.